Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте продолжать. Так, в прошлой серии мы остановились на том, что я должен был починить вот эту вот радиовышку, я ее починил. Кстати, вот тут это вот место, литейный пункт, где вы можете, получается, себе сделать слитки, и плюс пруты нам нужны были. Все, здесь я все задания повыполнял, вроде бы, как бы, так что давайте перемещаться. Я думаю, далекое путешествие, полетели на остров. Пора заниматься нашим островом. Да, кстати, здесь на острове я тоже себе маленькую баску тут сделал. Я поставил плавильную печь здесь, получается. У нас тут лесопилка и плюс маленькие огороды я посадил. Так, конура. Да, ну конура мы с вами исследовали. Так что давайте бежать в эту сторону, наверное. И откроем ту дверку, которая у нас, помните, была закрыта по заданию, так как у меня не было отмычки продвинутой. Она у нас есть, так что побежали. Да, немножко прокачал себе топор на урон, плюс собаки на прокачал по максимуму. По-моему, в прошлой серии я говорил об этом. И давайте двигаться дальше. Так, тут главное сейчас не упасть нигде, потому что если я знаю, я могу. Да, кстати, по поводу топора, я теперь некоторых мутантов могу вырубать сразу с одного удара. Так, как мне тут пройти? Давай проверим на оленя. О, видишь, сразу с одного удара и минусы, не нужно за ним бегать. Так, плюс деревья могу рубить. Где наши деревья, которые я могу рубить? Вот. И с этими слитками, блин, потратил металла, у меня было 1500, а сейчас я не знаю, наверное, 500, если осталось, и то будет хорошо. Так, точка эвакуации, да, нам как раз нужно было сюда. Сейчас мы разберемся с вами с этими монстрами, которые здесь ходят, чтобы они нам не мешали. Здорово. Да. Вот таким вот образом с тобой. И давай сейчас зайдем вот сюда, в дверку, где нам нужно было открыть. И плюс нужно будет заняться еще вот этой вот штукой, взаимодействовать. Так, открыть ворота. Ворота запечатаны, пока транслятор не будет активирован. Хорошо. Так, сканировать трансляторы. И где они у нас? Угу. То есть нужно будет сбегать за ретрансляторами еще. Хорошо. Это мы с вами сделаем. Тогда давай идем вот сюда. Открываем. Здорово. Как ты? Нормально все? Ну и самое главное. Так, ты кто? Играть. Перемещать. Ясненько. Потом, если захотите, сможете поиграть сами. Так, что у нас здесь? Давай немножечко пофармим, пока мы тут находимся. Да, кстати, я могу теперь уже деревянные стены проламывать. И мне не обязательно, получается, будет использовать отмычки. Так. Открыть, открыть, открыть. Заперто. А почему заперто? Потому что... Ага, отмычка мастера нужна. Ну, ладно. Потом сходим, посмотрим, что это за отмычка мастера. Я не помню, на каком она уровне и что мне для этой отмычки нужно будет. Так, что у нас тут? Дай пройти, пожалуйста. Ага, падла. Все-таки ударил, да? Сейчас тогда сбегаем, попробуем, наверное, вот эти вот вышки активировать, да? Чтобы мы могли с вами открыть дверку. Только давай немножко пофармим. Мне бы в основном бы металла, наверное, побольше. И было бы вообще шикарным. О, как раз и металл есть. Так, ты кто? Ты кто? Ты кто? Ага, ну здесь я был. Здесь этих зомбаков я трогать не буду. Здесь, в принципе, ничего интересного нету. Давай вот сюда. И нужно будет сбегать, посмотреть, где наши вышки.
Вот еще у нас какие-то тут задания есть, мигают. Ретранслятор. Это у нас телепорт мне не нужен. Давай, наверное, вот сюда, до первого ретранслятора, да? Или где у нас ближе? Нет, вот у нас ближе. Давай, побежали нам в эту сторону. Побегаем, повыполняем. Ну, если получится, может даже и пофармим немножко. Так, здорово. Есть, критический урон нанесли. И это отлично. Как же ж приятно бегать с топориком, который вырубает почти с первого раза. Так, мы сможем здесь пройти. Это что такое? А. Так, отстань от Бэмби. Отстань от Бэмби, не трогай его. Ты гляди, обижает маленьких. Так, вот здесь будет парочку, я помню. Так, первый. Второй. А здесь у нас... Что находится? Ага, окей. Давай зайдем. Давай посмотрим. Как раз заодно посмотрим, что я могу себе прокачать. Гаечный ключ, железо. Нет, наверное, пока мы ничего с вами тратить не будем. Мешочек, манна. Топорик. Вот у нас топорик. 62 сейчас урона. Надо его будет прокачать. Только сталь нужна. А для стали нужно очень много... железо. Так, осталось 3 штучки. Хорошо. Давай посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Мне бы еще, кроме кукурузы, семена. Ага, окей. Семена салата. Блин, знал бы, что у нас здесь есть огород и костер рядышком с ним. Не ставил бы его вот тут. Где у нас наш огород? Ага, вот тут бы я его не ставил бы. Ну ладно, перца, кто бы знал. Так, что мне нужно изучить? И задайте мешок для семян. Посадить семена. Соберите семена. Ну, давай примем. Это у нас с вами все есть. Не знаю, здесь, наверное, я ничего собирать не буду. Только давай смотримся, что у нас. Там прячется, привет. Вот так, отдыхай. Что у нас там прячется, что у нас там подсвечивается? Ага, ткань. Ладно, давай тогда соберем немножечко. И ткани соберем, и керамики соберем, и металл по-любому мы сейчас с вами заберем. Вот тут она в трубе находится. Так, щик. Шикарно, шикарно. Как мне отсюда выйти? Вот так отсюда выйти. И здесь, по-моему, еще металл должен быть. Да, есть. Давай вот сюда. Увы, я так понял, что у нас тут не будет с вами возможности делать свою базу. К сожалению, строить дом и так далее. Ну ладно. Я думаю, как-то справимся и без нее. Так, а как я могу здесь пройти? Вот так вот, косточки заберем. Я смогу как-то тут пройти? Вот в эту сторону, либо не смогу. Угу, нужно влево обходить, хорошо. Давай, побежали влево. Так. Вот жили все спокойно, да? Ходили, поохотились на Бэмби? Нет, надо вот это вот... нам приставать. Здорово. Косточка по-любому пригодится. Насчет мяса не уверен. А косточка нужна будет. Блин, жалко, знаете что? Что здесь нельзя этот, как его, себе двух животных завести. Так, отлично. Ой, начинается, начинается. Блин, это, конечно, я молодец, то, что я тут все зачищаю, но когда я подойду к костру, это же все исчезнет, они заново будут на меня нападать. Так,
Что, увы и ах. Так, резину. Резину надо будет забрать. Пакетики, пакетики. Идем дальше. Так, что за ту-ду-дум только что было? Ага. А я ж вроде здесь все осматривал, либо не. Что, я здесь не осмотрел? Суп чили. Помидорка. Прикольно. Надо будет кимчи сделать и вот это вот с трюфелем. Только я не знаю, где мне трюфель найти, если честно. Во, у нас есть салат. Так, ребят, секундочку. Секундочку, мы далеко от нашей фермы с вами убежали. Ну да, нужно будет потом сбегать на ферму, не забыть. Давай ставим сюда. Бегим дальше. Бегим дальше, бегим дальше. Так, а как мне тут пройти? Или мне здесь нужен будет ключ? Я помню, что здесь ключ какой-то нужен был. Да, мне нужно будет здесь найти ключ, чтобы сюда пройти и активировать. Только чтобы вы понимали, я без понятия, где этот ключ мне найти нужно. Где он находится. Так, у нас вот костер здесь рядышком. Не. Или да. Или не, или да. Ладно. Давай все сложим. Так, отстань, пожалуйста. Вот, чтобы вы понимали, мне нужно ключ найти от кладбища. Где этот ключ искать, я не знаю. И плюс у меня нету... Невозможно нанести урон. Нету возможности. Ладно, тогда давай сбегаем на огород. Попробуем посадить салат, закончить с этим кимчи. И нужно думать, где мне найти ключик. Нужно будет либо загуглить потом. Как говорится, интернет тебе в помощь, Арчи. Или может попадется. Так, сейчас, секундочку. Здорово. Да, вот это вот начинаешь своими культяпами. Боже, ты сколько вот здесь. Ага, металл заберу. Металл мне надо. Вот что-что, а металл мне нужен в любом случае. Так. Ага, здесь какая-то аномалия. Какая-то аномалия. Ладно. Здорово. С одного удара вырубаем. Так, где наш огород? Да отстаньте, дай мне до фермы дойти, пожалуйста. Я хочу посадить лист салата наш. Так, давай собирать. Помидорки. Сейчас давайте все пособираем, все, что можем. Так, отлично. Лучок. Здесь мы собрать не можем. Тогда берем в ручки... Нет, не то. Берем в руки мешочек и семена салата. Есть, отлично. Сажаем, не знаю, может бус еще посадим, либо лук. Нам лук нужен, 7 из 4, да. Так, первый урожай собран, хорошо. Давай лук, наверное, да, еще. Вот, сажаем. Что еще у нас есть? Ну, в принципе, нам, наверное, такого больше ничего не надо. Кукуруза, картошка. Давай картоху. Пусть будет. О, отлично. И давай, наверное, еще семена маны посадим. Так, и вот сюда. И давай смотреть, где у нас находится еще один ретранслятор. Угу, вот туточки, да, ты находишься. Ладно. Побежали вон туда. Посмотрим. Мало ли, может, там и будет ключ от кладбища. Хотя, наверное, мы сейчас
ляжем поспим возле костра. Ну, чтоб это утром было, мы бегали. Так, возьми в руки топорик. На всякий пожарный случай. И побегим к костру, поспим. Восстановим хпшку полностью. И с утра уже пойдем. Блин, как же я забыл посмотреть, где находится этот ключ от кладбища. Перед записью. Ну, я думаю, ничего страшного. Может, в следующий уже разберемся. Так, сон. Спать 8 часиков. Ага. Я еще не хочу спать. Я спал 10 часов назад. Серьезно? То есть мы... Ладно. Побежали туда ночью. Только, по-моему, нам нужно будет пройти с вами через... Через открытые ворота, которые я там открывал в прошлой серии. Правильно? Так, если мы пройдем вот таким вот образом. Мы же тут пройдем. Ну, по идее, да. Так что, побежали. Блин, прикольная игрушка, но я жарю. Жалко, что нельзя строить свою базу. А если будет можно, то мне будет уже жалко тех ресурсов, которые я потратил на этот, на лесопилку. Там. Лесо... Да ё-моё, стой, пожалуйста. И на плавильную станцию тоже будет жалко. Так. Набираем ягодки. Ягодки мы можем нямать. Чтобы восстанавливать себе хпшку. Так, главное, чтобы тут где-то проход был. Здорово, не знаете, тут проход есть. Чисто-чисто. Тихо-тихо-тихо-тихо, да. Хотел сказать тихо-тихо, сказать чисто-чисто. Ну, дом достали библиотеки. Так, здорово. Заросшим мхом дом. Дом у дороги. Так, ну это дом у дороги мы с вами лутали. Это... Интересно. Не ори не дома, и дома не ори никогда вообще. Это мне не интересно. Это что такое? Ага, тут у нас водичка. И каким образом мне пройти? Так, сейчас этого мы мэкнем. А с этим проще будет, да. Так, как мне сюда пройти? Если тут вход. Здесь, по-моему, мы с вами не были, да? Добро пожаловать. Ага, да, мы здесь с вами еще не были, потому что мы здесь костер с вами не зажигали. Давай осмотримся. То интересное. Так, мне нужен ключ от хранилища. Что у нас здесь? Так, да, здесь есть... Запись. Привет, ребята. Похоже, я забыл ключ в камере своих брюк. Моя жена, должна быть, положила их в стиральную машинку. Так что, похоже, отправка задерживается. Извините, найти ключ в хранилище. Ну, давай. Давай найдем. Принять. Здесь у нас что-то есть интересное. Давай фармить, давай фармить. Здесь у нас ткань, по-моему. Да, отлично. Блин. Ладно, придется поискать ключ от хранилища. Но если там не будет, не знаю, как те росомахи, то я очень сильно расстроюсь. Давай искать. Где-то по-любому в доме должно быть, да? Вон машинка, вижу. Есть. Привет. Так, отлично. Угу. Картошечка, картошечка. Искать. Угу, нету здесь. Так, погоди, погоди, погоди. Давай стол разломаем и сразу заберемся. Да, отлично. Готовить мы с вами ничего не будем. Привет. У тебя тут есть? Либо нету? Нет, лучок. Керамику я тоже заберу.
Надо будет... Да, кстати, еще и... Надо будет трубу сейчас разобрать. Вот это вот. А точнее, батарею. Все, отлично, забрали. Что-то мне кажется, там... Там хранилище вообще ничего интересного не будет. Ой, начинаешь вот это вот мне рассказывать. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Станция, станция. Здорово, здоровяк. Что ты тут? На чиле? На чиле, да, умничка. Добро пожаловать, добро пожаловать. Здесь мы были. А я здесь был? Ну давай сломаем. Давай сломаем. Давай смотримся. То есть зря ломал, да? Ладненько. Ладненько. Ткань нам тоже нужна. Наверное. Я не помню, для чего конкретно она будет использоваться, но пусть будет. Так, что он здесь? Искать керамика. Готовить мне не надо. Собрать специи. Блин, у меня уже ничего не помещается. Заперто, да? Угу. Сейчас давай разломаем все. Да ё-моё. А, тут просто металл. А где же эти все стиральные машинки? Я таки извиняюсь. Как говорится, где эти стиральные машинки? Где мне их искать? Давай сюда все сложим. Идем посмотрим. Так, о, здорово. Все, отлично. Заберем давай с вами кукуруку. Тут мы не были, да? Так, слышь, а ты не знаешь, есть ли тут ключ от монстра? Ой, начинается, начинается, ля. Нормально же общались. Где тут стиральная машинка? Это во-первых, а во-вторых... Так, не, мне готовить не надо. Во-вторых, как мне ее найти? Так, батарея, батарея. Слушаем. Да твою ж медь. Так, яичница с беконом. Прикольненько. Но нам, по-моему, такое не надо. Сейчас главная задача мне найти ключик, открыть склад, разочароваться в этом складе. И в этих вещах. И пойти дальше, да? А, закрыто. Дай мне. Дай мне ломик, пожалуйста. Ломик, ломик, ломик. И давай сюда зайдем. Так, дай что-то интересное. Картошечка, картошечка. Угу, картошечка у нас с вами есть. Но мне не надо. Блин, ну она может быть... Это стиральная машинка где угодно, правильно я понимаю? Ну, то есть в любом месте. Так, давай посмотрим. Вот это вот огромный город. Запертая дверь. Запертая дверь. А что там было? Почему мы не могли ее открыть? Так, что за запертая дверь? Так, дай пройти. Открыть. Ага, ну все, открыли. И что? И ничего, да?
кроме всякого хлама. Хорошо, идем дальше. Идем смотреть в эту сторону, наверное. Но эти дома все мы облутали. Здесь, по-моему, мы тоже с вами были, да? Да, вон картошечку вижу. Нужно будет забрать. Потом пожарим с беконом. Идем немножечко левее. Просто если сейчас и здесь не будет... Отстань. Если здесь не будет, тогда я, честно, не знаю, куда мне идти нужно. О, еще нужно будет посадить потом салат себе в огороде. Так, как сюда попасть? Открыть. Ага, заперто. Здорово. Так, давай заодно кроватку разберем. Так, телевизор тоже нам, думаю, тут не нужен. Давай обыщем. Морковка. Специи готовить нет. Жире нужно будет вернуться и посадить потом салат. Ага, ребята, вот и ключик, который мне не помещается. Что мы с вами выбросим? Давай, наверное, древесину. Дерева у нас много. А, даже так можно было не выбрасывать. Найден ключик. Ладно, побежали. Побежали разочаровываться в том, что мы сейчас с вами найдем. Падла. Если ты меня бесишь. Я не знаю, как они возрождаются, ну то есть, каким образом это все происходит. Кто их возрождает? Могли хотя бы как-то объяснить это все. Так, давай вот сюда и давай смотреть. Есть, отлично. А на складе у нас с вами... Чито. Ровным счетом не чито, да? Древесина и все. То есть я ради этого бегал, тратил время, чтобы резину добыть. Не, возможно, может, на начальном этапе это мне бы пригодилось все, но сейчас как-то все. Ну ладно, допустим. Так, металл надо, металл надо. Хорошо, давай вот сюда. Немножечко камеру повернем и пошли посмотрим, как нам тут пройти. И могу ли я тут пройти? Угу, а пройти я тут не могу. Я могу здесь только рыбку половить. А и что мне делать? Ну, кроме муравьев. Приделать. Серьезно, это тупик? Я тут никак не переберусь. Так, сильно холодно. Подготовка к зиме. Ага, новая меховая шапка. Так. Побежали. Побежали, побежали. Где наш костер? Сейчас приготовим с вами себе шапку на костре. Попробуем посмотреть. Просто каким образом мне попасть? Возможно, мне нужно было вот сюда идти, вот таким вот образом, да? Угу. Наверное, придется возвращаться, ребят. Но на всякий пожарный сейчас мы эту шапку с вами сделаем. Сейчас, секундочку. Да еб... Таким вот образом. Мало ли, может, для шапки нужно будет. Сейчас посмотрим. Мне придется, наверное, возвращаться назад. Потому что там мы не пройдем. Так, чертежи. Давай смотреть, давай смотреть. Где наши чертежи, где наши чертежи? Что это такое? Эффективное разрушение. Получите материалы обратно при поломке объекта, который вы построили, используя набор строителя.
Ага, то есть я могу переносить, правильно? А эта штука мне надо. Бум. Эффективное разрушение, это мне надо. Так, сейчас, секундочку, хочу посмотреть. Инвентарь, куда мне нужно это будет все делать? Ага, никуда, да? Так, свисток. Эффективное разрушение. А, значит, мы можем просто с вами разрушать, хорошо. Давай смотреть, что тут, меховая шапка. Есть, отлично. Зимнее пальто. Создаем. Плюс 15. Дровосек. Ткань. Да, тратим у нас много всего. Чтобы просто не висело. Отлично. Костюм для сафари. Изготавливать. Защита жары плюс 15. Ну все, мы с вами модные. Здесь я больше ничего не прокачать не могу. Так, сканер монстров. Угу. Сталь 12. Бусинки 80. Прикольненько. Так, что это? Бутылка с горячей водой. Все, вроде все прокачали. Где у нас бутылка с горячей водой? С вами не тут. Ага, вот сюда. Хорошо. У нас с вами есть одежда. Ну, мне это нравится. Блокировка урона, скорость бега. Что у нас здесь? Защита урона плюс 15, защита от мороза. Угу. Скорость атаки ближнего боя. Не, пока мисс, давай. В этом побегаем. Побежали, значит, с вами. Так. Забрать, мы что с вами выполнили. Побежали в эту сторону. А конкретно пойдем, наверное, сейчас. Во-первых, к этому костру. Потом сходим вот сюда. И как раз разведаем. А хотя, возможно, вот через дорогу можно будет пройти. Давай посмотрим. Так, я могу пройти. Дай мне ломик тогда. Не хочу бегать. Давай сломаем. Заберем как раз заодно металл себе немножечко. О, пригодится. Давай, побежали. Здорово. Ага, ну да, ну вы все проснулись, да, я смотрю. Блин, надо бы, знаете, что сделать? Пофармить где-то металлом. Пофармить металла и сделать себе топор еще. Просто мне нужно, по-моему, 12 стали. А на один слиток стали у нас используется 6 слитков металлических. А чтобы сделать 6 слитков металлических, там тоже просто обычный металл нужен. И плюс это все занимает очень много времени, чтобы вы понимали. По-моему, 60 металлических слитков делал себе час реального времени. Так, отлично. Ретранслятор. Можно ли здесь... Ага, здесь, по-моему, даже мост можно будет опустить сейчас, да, с вами? Или что это? Нет, это... Так, рыбу по-прежнему можно есть... Попробуйте поймать несколько штук для кулинарных рецептов. Изучите, создайте рыловную. Поймайте 3 штучки. Давай выполним. У нас, в принципе, есть это все. Сейчас мы с вами удочку возьмем. Наверное, уберем строителя. Удочку. Нужно будет еще семена посадить. Так. А, все, мы выполнили. Но все равно давай 3 штучки поймаем сейчас. Возможно, пригодится, возможно, уху просто потом сварим. И сбегаем к ретранслятору. И нужно будет, наверное, потом посмотреть, где мне найти ключ от кладбища. Ну, либо побегать по этим заданиям, которые, вы видите, у меня светятся. Вот этим вот всем, где они тут мигают у меня желтым, вот ретранслятор желтый, вот ретранслятор, ну его не могу открыть.
Нужно будет побегать, повыполнять. Так, нужно три рыбки, да, по-моему, поймать. Давай еще одну. Молодец, все, вставай. Умничка. Словили. Хорошо. Здесь мы с вами удерживаем. Так, еще один ретранслятор. И все, да? Ну смотри, у нас их два, по-моему, здесь. Смогу ли я сюда и пройти как-то? Либо не смогу. Побежали, наверное, через фермерский дом. Либо нет, либо как-то можно будет, наверное, сюда и так пройти, да? Короче, побежали к этой дороге. Сейчас посмотрим, что мы там сможем с вами сделать. Так, читать. Может, надо было лишь поспать? Как думаете, и утром это все делать? Ну, ладно. Уже поздно, уже мы убежали. Так, поймаем сейчас Олежку, либо не поймаем сейчас. А где он делся? Где Олежка? Ага, Олежка убежал. Ну ладно. Так, с тобой я не дружу. С тобой тоже. Вот ты вот этот опасный. Все, хорошо. А ты не опасный. Здорово. Ага, мясо. Я думал, будет шкура. Ну ладно. Так, тупичок. Блин. Исследовать. Это что такое? Здесь описана легенда о древних людях, населявшие остров. Ага, то есть меня сейчас куда-то отправят? Все началось с того, что с неба спустилась великая... Голубая слеза. С огромным громом она ударила в мать-землю. И разорвала ее. Так нам пришла мана. Горько сладкий дар неба. И чего? Только не говори, что меня отправят куда-то. Найти, следуйте. Скрижали мифов. Ладно, пусть будет. Пусть будет. Новое задание, скрижали миф. Хорошо, мы это все с вами исследуем. Только когда, я не знаю. Но по-любому исследуем. Так, что это? Угу, еще одно. Яичко. Так, как мне... Блин. Как мне сюда выйти? Слышь, собакин, мы заблудились, по-моему. По-моему, мы с тобой заблудились, да? Я не помню, как я сюда пришел. Так, дай посмотреть, где я вообще нахожусь. Ага, я вообще в другую сторону иду. Вообще в другую сторону иду. Тут тоже тупик, хорошо. Давай вернемся вот сюда к дороге. Сейчас посмотрим, точно ли тут тупик. Либо нет. Да, тупик. Так, дай сюда. Оу, киюшки. Побежали обратно. Нужно будет сейчас выйти к дороге. Вот этой, да, по-моему, дороге нужно будет выйти. Ну все, не ори. Не ори, не ори. Все спят, а ты орешь. Так, металл нужен. А теперь давай смотреть. По дороге к костру. О, давай через костер. Поспим немножко. И днем уже отправимся. Так, слышь, где Олежка? Вот Олежка. Стой. Ну стой, Олежка. Ну, погоди. Во, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Угу. Ну вот костер. Отлично. Сейчас мы
тоже в этом доме все зафармим, ляжем поспим и с утра уже с чистой совестью отправимся искать еще один ретранслятор. Так, все. Хорошо, давай спать. Спать, спать, спать. Сон 8 часов. Угу, сон 6 часов. Это как в детстве. Ну, ма, ну еще пару часиков, ну, пожалуйста, да? Ладно, ладно. Не хочешь спать, так не хочешь. Но днем мы явно не будем ложиться, потом баянькишь. Да, кстати, заодно, может, забегим сейчас с вами на поле и посадим с вами салат, как думаете? Тут, в принципе, поле недалеко. Ой, ну и ну что начинается? Нормально же общались. Реально нормально же общались. Поле же недалеко, правильно? Ну да, совсем рядышком. Давай, побежали к полю. Это что такое? Ля, это Олежка возродился, да? Или не, или ты меня ведешь куда-то? А давай пройдем. Куда ты нас ведешь? Блин, что ты сомневаешься, что он нас приведет куда-то? Так, все, покойся с миром. Мы побежали с вами к огороду. Угу, не туда. Блин, вот эти вот скалы. Я не могу понять, почему наш герой не может залезть на эту скалу. Люди на ЛРС залезли, понимаешь? Нет, я сюда никак не пройду. Нужно искать, как пройти, как пройти, как пройти. Так, здесь мы с вами были. Начинается. Так, стопэм. Стопэ, стопэ, стопэ. Ну, вот же проход есть. Почему я там не мог пройти? Вот же проход. Правильно? Да, правильно. Так, это вроде бы грибы. Давай заберем. А вот и ферма наша, да? Фермерский дом. Или нет, это не наша ферма. Или наша? Нет, наша. Шикарно. Сейчас собираем, давай, урожай. Картошку и сажаем сюда с вами салат. Как раз закончим наше задание про кимчи. Ага, отлично. Есть. Все, больше ничего не, да? Не можем. Хорошо. Давай смотреть. Как нам сюда попасть? Как нам сюда попасть? Давай, наверное, к дороге. К дороге вниз и вон сюда. Так, только не начинай, я тебя прошу. Только не начинай. Давай, дорога и налево. Ты кто? Давай, следуем. Лавочку я в любом случае сейчас разберу. Мне металл нужен. Так, исследовать. Тряпочка, хорошо. Побежали вот сюда. Давай смотри, что здесь у нас с вами скрыто. Кроме монстров, что еще здесь с вами есть? Ага, костер какой-то. Даже у нас тут есть с вами. Отличненько. Блин, ну пошли прямо, пошли. Пошли смотреть, буду ли тут потом фармить в этом доме. Так, давай зайдем. Давай сразу избавимся.
This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Так, как тут пройти? Давай сломаем. Так, что у нас здесь? Машинку не могу. Блин, ну как мне в дом зайти? Я так извиняюсь. Ага, вот дверку как открыть. Все, отдыхай. 11 из 22 мы с вами послушали, да? This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Давай, осматриваться, я просто... Ага. Не, открывать, наверное, не буду. Открывать, наверное, не буду. Возможно, без записи я еще пофармлю здесь в доме. Все, отстань. В доме, наверное, здесь еще и пофармлю. Посмотрим. Может, металл себе понасобираю. Мне нужно понять, как пройти сюда. Ага, здесь тоже все закрыто. Что это за злобный монстр такой? Ты кто? А, я тебя не боюсь. У меня есть топорик, и я тебя не боюсь. А как мне сюда пройти? Так, парк. Ага, лавочку заберу. Тебя тоже мэкну. Так. Нет, не боюсь я тебя, не боюсь. Во, кусь, делай кусь ему. Да, надо будет себе топор прокачать еще большим. Так, все, до побачення. Металл. И тут, наверное, тоже по-любому, да, ключ нужен быть какой-то. Правильно я понимаю? Падла, отстань от дяди. Так, давай, используем бинты. И давай смотреть. А где этот ретранслятор? Что за дела? Какого ляда тут происходит? Так. Как-то сюда? Да вроде нет. Хорошо, возвращаемся заново, смотрим. Где мы тут с вами можем пройти? Вот сюда, да? Ага, смотри. Вот и ретранслятор. Это каменная скрижаль выглядит интересно. Так, давай, наверное, ретранслятор запустим, да? Есть. Так, остался всего один. Все еще интересно, почему станция Корона была отрезана от сети. Только не говори, что... Я сейчас куда-то отправлюсь, да? Так, носитель великих знаний, однорукий король... спустился к нам с небес. Мы приветствовали короля в нашем племени. Мы приветствовали его как одного из своих. Все? Больше ничего нету? Ну. И в принципе на этом все, ребят. В том плане, что... мне нужен вот этот вот ретранслятор. Где ты, падла? Ты падла где? Но у меня нету к
ключа от кладбища. Я не знаю, то есть видите, тут замок. Ключ от кладбища. Запертая дверь. Где мне искать этот ключ от кладбища, я не знаю. Сейчас посижу в интернете, посмотрю. Может, там где-то подсказку найду. И потом мы с вами продолжим. Не знаю, буду ли я фармить сейчас в этом городе, либо не буду. Сейчас тоже мы с этим разберемся. Сейчас подбежим к костру. Я закину все эти вещи, нажму на паузу. А в следующей серии мы с вами уже продолжим. Надеюсь, я смогу найти этот ключик. И нам не нужно не будет никуда бегать и спускаться. Блин, сколько здесь всего интересного, ну ладно. Так, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока, да потом. Пошел посмотрю, где найти этот ключик, чтобы в следующей серии за ним как раз уже избегать. Все, всем мур-мур.